О, и ты туда же. В смысле? Ну, вступила в попыт-секту? Ой, ничего ты не понимаешь. Да, не понимаю. Зачем на это тратить деньги? Да я тебе дома таких попытов знаешь сколько сделаю? Зануда и жадина. Подумаешь, одну попытинку купила. Опять 25. И ничего, я не жадина. Вот, держи, купи себе еще попыт. Сколько хочешь. Вот и чудненько. Хочешь, отдам тебе свой попыт? Нет уж, я сам себе сделаю этих попытов. И докажу тебе, что ты транжира. Ну-ну, удачи. Ну хорошо. Месть — это блюдо, которое подается холодным. Тяжела богатая жизнь. Посплю, наверное, пару часиков, пока Рома в панике бьется. То, что надо. Идеально, мой прототип найден. Так, где мой телефон? Ага, вот то, что нужно. Приступим. Вот и отличненько. Не, это я лучше бросать не буду, а то еще увидит. Так, сначала берем шарик и крышечку. А дальше что? Ага, в общем, сейчас сделаем. Начинаем изготавливать пупырки. Берем квадрат фо амирана, разогреваем утюжком, кладем на шарик. Сверху накрываем крышечкой. Опля, пупырка готова. Много пупырок. Теперь сделаем основу. Ой, ну и пожалуйста, все равно у тебя ничего не получится. Это мы еще посмотрим. Итак, перед тем, как меня некоторые перебили, я делал форму для попыт в виде сковородки. В заранее подготовленные отверстия вкладываем наши пупырки и приклеиваем их. Потом соединяем все основы вместе. Первый пошел, теперь сделаю... О, точно, стиральную машинку! Да! Да ты что? Слушай, я даже не знаю. А хотя... Я перезвоню. Стесняюсь спросить, зачем тебе бутылка? Не скажу, ясно? Алло? Да. Через сколько встречаемся? Ага, ясно. Может, еще по магазинам пройдемся? Окей, тогда до встречи. Моя пупырка будет из бутылки. Отлично. Теперь сделаю саму машинку. Ну, машинка будет прямоугольной и, конечно, намечаю место для пупырки. Осталось соединить пупырку и две таких картонки. Думаю, скотч подойдет. Ты что, решил подкрепиться? Я это... И вообще, ты что, следишь за мной? Ты забыл? У меня есть вот это, так что могу позволить себе занятий поинтереснее. Кстати, я ухожу. В смысле уходишь? Куда? Как это куда? За попытками, конечно. Вот сейчас накуплю разных красивых, не то что эти твои поделки. Ты чё? Тихонечко, попрошу не обижать мое творчество. Ага, хорошо. Пока-пока. Месть – это блюдо, которое подается холодным. Пока меня нагло не перебили, я делал в стиральную машинку попыт. Итак, все детали соединяю скотчем. Вуаля, готово! Мне кажется, это самая оригинальная стиральная машина в мире. Она жалуется, что я ей редко дарю цветы. Пришло время это исправить. Подарю ей огромную ромашку. И, конечно, сделаю ее с пупырками для успокоения нервов. Вырезаю две основы и отверстие для пупырок. А пупырки я сделаю из упаковки для конфет. Просто вырежу их и все.
Пупырки можно приклеить клеем или скотчем. Я приклею клеем. Итак, цветочный антистресс готов. Ром, ты дома? Готов проиграть? Чего ты затаился? Ну, чего это? Того это, смотрю, на столе пусто. Не смог сделать антистресс своими руками? Эх, как жаль. А я вот накупила. Ах так, рано радуешься. Попит первый, барабанная дробь. Ха-ха-ха, ну и что там у тебя за произведение искусства? Вот, попит сковородка, эксклюзив. Не то, что у тебя, на рынке покупала. Странный выбор формы. Ну и на попит похоже. Ну допустим, это засчитываем. Ну, не нравится сковородка. Есть симпл-димпл другой формы. Кажется, кто-то начинает нервничать. Итак, встречайте следующий арт-объект. Та-дам! Та-да-да-дам! Ну, неужели тебе не нравится? Ты же знаешь, что я не люблю убирать и готовить! Ты специально, да? Мстишь? Я? Мщу? Нет! Ну как ты обо мне могла такое подумать? Вот, держи. Хорошо получилось. Надо же, надежно. Я думал рассыпется. Ну и что это такое? Ну как же, это же ромашка антистресс. Ну ты же говоришь, что я невнимательный. Цветы тебе не дарю. Вот, я исправился. Очень смешно. Так я серьезно. На ней можно играть, как на настоящей ромашке. Вот смотри. Ну ты чего, вечная ромашка, посмотри. Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет. Угу, а последний к черту пошлет. Ага, весело, успокаивает. Вот попробуй. Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет. Ой, не, плюнет, к сердцу прижмет или к черту пошлет. Ну вот видишь, я же говорю прикольно. Кстати, а что мы есть будем? Ты приготовишь что-нибудь? Конечно, уже готово. Ух ты, а что? Вот, приятного аппетита. Так, вот тут я что-то ничего не понял. Ну, какая сковородка, такой обед? Любит, не любит, плюнет, поцелует. Нет, ну как-то не прикольно получилось. Сколько? Ира! Ну что, если понравилось наше видео, ставь лайк, подписывайся на канал и, конечно же, жми на колокольчик. Чао, какао!